Человек с этим именем наделен большой духовностью, стремлением к возвышенным чувствам, ко всему прекрасному. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего, из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Имеют отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. Бывает, что обладатели буквы «В» в этом имени являются романтическими натурами, они способны быстро установить контакт с людьми, прекрасно разбираются в философии и психологии. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Эти люди родились по числам 6 и чаще других становятся объектами страстной любви и обожания. Звук «В» в этом имени связывает с коммуникабельностью и способностью к творчеству. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Они добросовестные и исполнительные работники, прекрасно ладят с окружающими. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Планетой этого имени является Венера. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.